Чёрт, Рэй! Шокером за что? Ты это, монтировку брось, маньяк! Я не маньяк. Выкладывай, чем ты насолил устранителем. Я? Себя спроси. Вы Робин Гуды, хреновы. Вы с Роуз дали Блюм, а я теперь постоянно прячусь. Вы все испортили, Рэй. Ну, конечно. Мы из-за твоей шизы постоянно рисковали собой. Ну, Роуз уже мертва, а этот твой фортель в 2003-м. Сколько погибших? Да. Но нет, вина на мне. А? Ну ты скотина. Прости, не хотел. Я... Знаешь что, Рэй? Спасибо, что спас. Счастливо тебе. 11 погибших. Линдси Гарсия. Джереми Коннорс. Ну еще? Я могу продолжить список. От Блюм никто не спрячется. Поверь на слово, они в таких случаях юзают мой код. Я готов помочь. Но сперва пнем Блюм. Поймем, что они знают. Можешь пожить у меня. Только вещи не трожь. В систему мою не лезь. И вообще тихо будь. Да. Возьми себя в руки, знаю. И самое главное, не трогай мое пиво. Я не пью. Ну точно. Блин. Не собирался я тут торчать. Надо позвонить. Детектив Биллингс, да? Шейла. Незнакомец, это ты? Я-то думала, ты умер. Скучала? Неа. Пытаюсь не уронить башню из отчетов на столе. Надеюсь, ты поэтому звонишь? Ну да. У меня бабло кончается и... Припасы. Вариантов много. Теперь, когда Лаки Куин и Ирак мертвы, каждый бандит в этом городе хочет урвать свой кусок пирога. А у меня мало верных людей в департаменте. Ну ладно, только пальцем ткни, грязь я уберу. За деньги. Люди платят налоги, бандиты исчезают с улиц. Система работает, солнышко. Ха, мерзавец. Секунду, я пришлю, что есть. Сейчас гляну карту. Я пометила одну группу. Чикаго Саус Клаб. Там сейчас рулит сынок Куина. Ясно. Некоторых уберешь, если будет шанс. Некоторые должны стать уроком остальным. Убивай по одному. Пусть нервничают. Но если запалишься... Я тебя не знаю. Точно. И позвони мне сначала. Thank you.
Шейла, я уже на месте, сейчас двину. Ясно, аккуратней там. Ребятки непростые, иначе бы мы их уже давно засадили. Кто-то ставит мне палки в колеса. Значит, где-то у них есть крутые друзья. Значит... У них и техника на грани фантастики. И это прекрасно. На рожон не лезь. Сейчас пришлю тебе всю инфу, чтобы ты знал, на что подписался. Спасибо, детектив. Все чисто. Ищу дальше. Здесь голяк. Пригнись! По нам стреляют! Внимательней! Поберегись! Завалим этого недоноска! Ищите его! Свали! Обыскать все. Охренеть. Шейла, все готово. Хватку не теряешь, незнакомец. Оплата ушла. В общем, если ты в деле, работы полно. Я тебе сообщу.
Конечно, мы с Тобиасом вечно сремся, но раз уж так вышло, пусть привыкает. И вообще, если есть шанс его вытащить... Чего уж вытащу. Из-за него приходится торчать тут. Он вообще мог куда-нибудь скипнуть. Блин. Хочу на свою могилу надгробие в форме члена, ради выражения лица священника. Рэй, шикарное место. И что, ты тут живешь? Жил. Я типа уже съехал. Нужно узнать, что Блюм предложила за твой контракт и кому. Мне бы обратно в систему Блюм, но вчера наша встреча прошла херово. Нужна другая точка доступа в сети ОС, что-нибудь попроще. Твоя шарага еще цела? Блюм Фордж? Ага, Паша, я в их мусоре иногда для себя запчасти тырил. Но нельзя недооценивать это место. Блюм вкачала туда немало бабла. А еще нельзя недооценивать этих парней. Техника там наверняка в порядке. Психи-ученые плюс огромное бабло. Да ладно, задроты с дорогими игрушками фигня. Со мной будет Юджин. Ко мне? Собаку завел, у меня аллергия. Это не собака. Ну, на кошек тоже, да. Пора мне в Блюм Фордж. Если в дверь позвонят, не открывай. Вряд ли эти парни знают о дверных звонках. Видео, попавшее в сеть, сделало набирающего популярность диджея Дефолта настоящей звездой. Во время выступления музыканта, скрывающегося под маской крысы, произошел инцидент с участием Эйдена Пирса по кличке Мститель.
Неважно, было ли это частью программы, или же Дефолт стал жертвой обстоятельств, но в любом случае продажи альбомов исполнителя взлетели до небес. Только в Америке аноним может стать публичной персоной. Интересно, что он скрывает под маской? На этой неделе полиция Чикаго допросила Нила Куина, сына покойного главаря Чикаго Саут Клаб Дермонта Куина. Он подозревается в организации серии взрывов в районе Мэд Майл. Источник в мэрии сообщил, что власти пристально следят за деятельностью клуба и не допустят появления нового Лаки Куина. Если верить словам Эйдена, второго Лаки из этого парня не выйдет. И все же, поток говнюков, желающих занять его место, не иссякнет никогда. Они не вкурили, что это я.